вами Дерек и Хиллари Уокер, пасторы библейской церкви Оксфорд. Мы говорили о молитве «Отче наш». И Иисус сказал в Матфея 6:9: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Как на небе, так и на земле. Мы говорили о том, что Бог хочет, чтобы мы были каналом, чтобы Его воля выполнялась на земле. Дерек, мы обсуждали это, а также то, как мы должны молиться. Да, сегодня мы рассмотрим другие места, которые говорят про небо на земле. Здесь имеется в виду Царство Божие. А Царство Божие — это праведность, мир, радость и все хорошее в Духе Святом. Об этом говорит послание к римлянам. Но мы должны молиться об этом. Наша задача — нести Царство. Оно уже функционирует во всей славе на небе. Но у нас есть своя роль в молитве. Сказано: «Да будет воля Твоя, да придет Царство Твое на земле, как и на небе». Мы видим, что Бог желает, дабы мы молились об этом, потому что Он хочет ответить на эту молитву, принести эти вещи с небес на землю, через нас и наши молитвы. Да вот почему мы — канал. Мы не просто молимся, но являемся каналом для всего этого. Царство Божие находится в Духе Святом, а это означает, что Дух Святой приносит эти вещи с небес на землю. В вашей ситуации, в жизни, других людей, так что мы уверены в Господе, Дух Святой делает это через наши молитвы. Мы — канал для Духа Святого, как тот шланг, о котором ты говорила в прошлый раз, помнишь? Да, шланг для полива сада, который засох. Да, сад нуждается в воде. Но первое, что мы должны сделать, — подключить шланг к крану. Кран Духа Святого открыт. Но мы должны подключить наш шланг. И для этого мы должны знать, кто мы во Христе. Безусловно. Я говорила со многими людьми, которые считают себя недостаточно праведными для молитвы. Но на самом деле мы — праведность Божья во Иисусе Христе, благодаря тому, что сделал Иисус. Это не зависит от того, чувствуем мы себя хорошо или нет. Мы верим Слову и верим в то, что мы те, кем нас называет Бог. А ведь мы — Его дети. Мы занимаем правильное положение перед Богом благодаря Христу. А это означает, что мы имеем право подключиться к Божьей силе, к Царству Божьему, и принести его на землю через наши молитвы. А это означает, что у нас есть власть в молитве. Именно об этом мы хотим поговорить, о нашей власти в молитве. Молитва «Отче наш» начинается с хвалы и поклонения, не просто так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». В первую очередь, мы должны настроиться на небо, увидеть Царство Божие на небе, увидеть то, что Он хочет принести. А Бог желает принести любовь, мир и исцеление. Мы должны видеть это. И когда мы чтим Его имя, мы говорим: «Господи, наш мир, наша победа, наше исцеление». Мы видим все это. Дух Святой хочет излить все это. Вот с чего все начинается. Мы настраиваемся на этом. А в следующей фазе молитвы мы можем использовать нашу власть, находясь на земле. Мы говорим: «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя». Иными словами, пусть придет исцеление, мир в мою семью, любовь в мои отношения. Через молитву мы высвобождаем Царство на земле, используя власть. На самом деле это повеление. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Эта фраза стоит в повелительном падеже. Мы используем свою власть, чтобы принести это. Мы не отдаем приказы Богу, потому что Он уже высвободил все это. Он желает, чтобы эти вещи пришли на землю. Но Богу нужно, чтобы мы заняли свое место, были этим каналом, использовали свою власть, чтобы принести все это на землю. Если наша воля пассивна, мы просто будем следовать за миром. И тогда у Бога не будет канала, через который Он сможет течь. Когда мы говорим «Да будет воля Твоя, да придет Царство Твое», мы видим Божью волю. А чем больше мы видим ее, тем больше мы видим, какова жизнь на небе.
На небе нет болезней, нет депрессии. Там царит жизнь и исцеление. И чем больше мы видим это, тем легче нам приносить это на землю через нашу с вами власть. Ты говорил о пассивности. Я представила себе лодку, которая плывет против течения. Течение — это то, куда движется мир. Мы же плывем в другом направлении. Но для того, чтобы плыть по течению мира, достаточно поднять весла и не грести. Если мы будем пассивны, то будем просто следовать по течению мира. Ты права. И когда мы используем свою волю, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, мы начинаем двигаться в нужном направлении. Мы обретаем связь с небесами через хвалу и поклонение. И когда мы начинаем видеть небо и царство, мы можем высвободить их, молясь, «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». Эта фраза говорит о ходатайстве, о молитве за разные ситуации. Мы говорим, «Пусть Твое царство придет в мою семью, пусть Твое царство придет в мою жизнь, в жизнь моего друга, пусть Твое царство придет в ситуацию с правительством». Это молитва за ситуации, за других людей. Это молитва, в которой мы высвобождаем силу Духа Святого. Царство приходит через Духа Святого. Мы приносим небо на землю, говоря, «Да придет царство Твое, да будет воля Твоя, мы канал». Давайте рассмотрим примеры этого. Иисус говорит о том, что Дух Святой течет через нас. Не так ли? Да. Иоанна 7:37-39. «Стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Это было в последний день. Это первый этап. Это не все. Это первый этап. Придите к Иисусу Христу. Да, придите ко мне. Это первый этап. Мы приходим к Нему. Приходите ко мне и пейте. Мы приходим в Его присутствие и принимаем. Мы смотрим, что у Него есть для нас. Мы видим Духа Святого, который изливается, и принимаем Его. Это первая фаза канала. Мы должны принять и дать. Мы принимаем то, что есть у неба. А затем уже мы даем. Мы видим волю Божью. Далее мы подчиняемся ей. Потом принимаем ее. Это первый этап. Принять. А затем Иисус говорит о втором этапе. Да? Да. Он говорит в 39 стихе. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него продолжительное время, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен, еще не пришло время». Да, это говорит о том, что Он имеет в виду Дух. Он говорит о воде. А вода — это прообраз самого Духа Святого, потому что вода течет сверху вниз. Она дает жизнь. Точно так же Дух Святой течет с небес на землю через нас. Он говорит, что, во-первых, мы должны принять Дух, мы должны принять это благословение, подключиться к небесам. А в 38 стихе описывается вторая фаза. Иисус сказал, «Кто верует в Меня, у того, как написано в Писании, из чрева в мир потекут реки воды живой». Он сказал о Духе. Так и есть. Это приходит после того, как мы принимаем. Сначала вы принимаете Духа Святого, и это же касается и молитвы. Мы приходим и видим, что Бог желает делать, что Дух Святой хочет делать в какой-то ситуации. Мы видим это и принимаем это верой. И тогда Он начинает течь. Дух Святой начинает течь через наши сердца в мир. Из наших сердец начинают течь реки живой воды. А вот что происходит во время молитвы. Мы, как каналы, верим и принимаем то, что Дух Святой хочет сделать. И когда мы молимся, мы высвобождаем Духа Святого, чтобы Он тек, как реки воды живой в сухие места земли. Я помню, как однажды ты сказал, что сердце — это перекресток души и духа. Мы связываемся с духовным миром через сердце. Мы воспринимаем и принимаем то, что приходит от духа. Дух — это не то же, что сердце.
Но все благословения Божии в духе. Но они в нашем сердце, где пересекаются душа и дух. Мы верим в сердце, принимаем эти вещи. Вот почему Иисус сказал, что через слова, через молитвы мы высвобождаем то, что находится внутри. Дух Святой начинает течь из нашего сердца. Дух Святой идет в мир от Духа через наше сердце. Мы принимаем по вере. А затем уже мы высвобождаем его через наши слова, наши молитвы. Обе части важны. Мы фокусируемся на небе, а затем приносим небо на землю. Мы делаем это через наши слова, через наши молитвы. Мы высвобождаем силу Божию на земле. Недостаточно просто видеть, что Бог хочет благословить этого человека, его брак или ситуацию. Мы должны использовать свою власть и при этом провозглашать это. Это показывает, насколько молитва важна, не так ли? Конечно. Вот ты преподаешь в воскресной школе. Ты можешь представить себе, как ты устанавливаешь власть без слов? Это будет весьма сложно, не так ли? Мы можем быть пассивными. Мы можем говорить себе, «Я хочу, чтобы у них, у этих детишек, все было хорошо». По правде говоря, Дерек, ничего бы не вышло. Да, они знают, что должны слушать тебя или меня и вести себя хорошо. А значит, мне не нужно говорить им об этом. О нет, это не работает, мы должны это произнести. Они знают, что я хочу, чтобы они вели себя тихо и слушали учителя. Но мне приходится объяснять им это с помощью слов. Я говорю, вы должны молчать, должны слушать. Природа власти состоит в том, что она выражается через слова. И точно так же мы можем знать Божью волю и то, каково Божье Царство, что Он хочет делать в какой-то ситуации. Но пока мы не начнем использовать слова, не начнем молиться и провозглашать, мы не будем использовать свою власть, не будем каналом, который позволяет Духу Святому течь на землю. Мы говорим о том, что должны занимать свое положение во власти. Да, в первую очередь мы должны видеть то, что хочет Бог, а затем мы должны высвобождать это с помощью слов власти. Именно в этом и скрыта суть этой молитвы. «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Мы не указываем Богу, что делать. Бог уже решил, чего Он хочет. Его Царство уже установлено на небе. Теперь мы используем свою власть на земле, чтобы принести небо на землю. Слава Богу! Есть еще одно чудесное место, в котором Иисус говорит, что от избытка сердца говорят уста. Давай-ка посмотрим на него. Прочитай, пожалуйста. Это Матфея 12. Матфея 12, 34-35. «Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе в свою жизнь. Как? Ибо от избытка сокровища. Сердцем говорят уста, а сердцем веруют к праведности». Это два параллельных заявления. И вновь он описывает процесс. Во-первых, в вашем сердце должно быть доброе сокровище. Да, должно. Это происходит благодаря вере. Мы знаем, что в нашем сердце есть это. Мы видим все то хорошее, что Бог желает. Его мир, праведность, радость. Но также необходима и вторая фаза. Недостаточно просто иметь эти хорошие вещи в сердце, иметь эту веру в сердце. Мы должны приносить эти хорошие вещи в нашу жизнь. Добрый человек из доброго сокровища выносит эти вещи. Как он приносит их в мир, наполненный негативом? Он должен использовать власть. А как он использует свою власть? Как он приносит их? От избытка доброго сокровища сердца, говоря устами. С помощью слов. Вот как мы используем свою власть в молитве. Мы провозглашаем, молимся по Божьей воле. И когда мы делаем это, Дух Святой может двигаться и приносить эти вещи в нашу жизнь. Слава Богу!
Мы видим эти два этапа. По вере мы принимаем то, что есть у неба. Но с другой стороны, мы должны высвобождать эти вещи. Вот почему наши слова и молитвы так важны. Апостол Павел согласился бы с этим. Это базовый принцип веры. Есть два этапа. Ты веришь, когда приходишь к Богу и получаешь по вере. Безусловно. Римлянам 10. Павел говорит в 10 стихе, «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». В одной известной христианской песне, автором которой является Питер Эдвуд, есть такие слова «Верь в сердце, исповедуй устами, и спасешься». Для меня это очень важные слова. Я очень люблю эту песню. Это позволяет тебе занять правильное положение в обетованиях. Они твои. Но чтобы этот плод явился в твоей жизни, мы исповедуем устами. Потому что уста обладают властью на земле. Мы должны исповедовать устами. То, во что мы верим, мы должны исповедовать устами. Мы должны сказать это вслух. Исповедание делает к спасению, к проявлению. Мы уже получили это в сердце, но чтобы перенести это из сердца в нашу жизнь, мы должны сказать, озвучить это. Именно об этом Иисус и говорит в молитве «Отче наш». В хвале и поклонении мы приходим и получаем все то чудесное, что Господь имеет для нас. А теперь мы должны принести это с небес на землю. И для этого мы используем свою власть. Мы молимся и говорим, «Итак, во-первых, мы приходим и получаем, подчиняемся Божьему Царству, а после этого, в смирении, мы высвобождаем его через наши молитвы, мы используем власть, чтобы молиться по Божьей воле. Божье Царство — это его власть, Бог всегда движется в порядке и власти». Божье Царство работает во власти. Однажды Бог заберет нас с этой земли. Но сейчас, в это время, Он позволяет нам действовать в этой власти. И для того, чтобы Его Царство пришло на землю, Он будет использовать власть. Он уважает нашу свободную волю. Мы должны стать каналом, чтобы Бог мог течь через Него в различные ситуации, о которых мы с вами молимся. Не так ли? Да, это так. Во-первых, мы должны подчиниться Божьему Царству. Это первый шаг. Мы приходим в Его дворы и ищем Его воли. Мы говорим, «Да будет воля Твоя и Царство Твое». Я принимаю Твое решение. Это Твоя воля. Я смиряюсь перед этим. А когда мы смирились, находясь под Божьей властью, мы можем явить эту власть. Мы можем начать молиться в силе и власти. «Да придет Царство Твое». «Да придет исцеление». «Жизнь в эту ситуацию». Мы используем свою власть в молитве. Мы высвобождаем Духа Святого, чтобы Он принес Царство на землю. Когда мы говорим о молитве власти, мы не молимся по своей воле. Это будет колдовство, а не молитва. Я хочу, чтобы это случилось, и поэтому я буду молиться, да будет воля моя. Вот это молитва по плоти. Но если мы приходим и говорим, это Божье Царство, Его воля, все, что происходит на небе, это, безусловно, Его воля. У Него нет разной воли для неба и для земли. Мы знаем, что исцеление — Его воля, потому что на небе нет больных ангелов, и тогда мы используем свою власть, чтобы провозглашать Его волю на земле. А как нам знать волю Божью? Скажи, пожалуйста. Ведь Его воля записана по Слову Божьему, Библии. В некоторых ситуациях, о которых мы молимся, мы знаем волю Божью. Его Слово ясно говорит об этом. Если мы молимся и спрашиваем, есть ли воля Божья в исцелении для какого-то человека,
мы должны знать, что обычно это воля Божия. Бог желает, чтобы люди относились друг к другу в любви. Есть множество аспектов воли Божией, которые известны нам. А когда мы знаем волю Божью, нам не нужно говорить «если». «Если на то есть воля Твоя» и так далее. Нам известна воля Божия, и мы можем молиться со властью «Да будет воля Твоя! Да придет Царство Твое на землю!» Мы молимся с властью, высвобождая Дух Святой. В эту ситуацию нам нужна свободная воля. Безусловно. Если вопрос касается нашей жизни, у нас есть вся власть. Если это касается нашей семьи, у нас есть много власти. Когда же вопрос касается других, не стоит забывать про их волю. Но мы все равно можем высвобождать Духа Святого в эти ситуации. Мы можем приносить присутствие Бога. Им решать, как они отреагируют на это. Мы не можем контролировать все, но мы можем быть тем каналом, который высвободит силу Духа Святого в ту ситуацию. Мы можем принести в нее Бога. Именно это мы должны делать. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Иногда мы не знаем воли Божьей. Мы молимся за какую-то ситуацию и не знаем волю Божию. Не знаем, что происходит в жизни человека. Мы можем не знать точной воли Божией для них. Мы еще поговорим о том, что мы можем молиться за них на языках. Дух Святой, помоги мне молиться за этого человека. Я молюсь о воле Божией в его жизни. Дух Святой, ты знаешь, что это за воля. Мы можем молиться за это на языках. Если же мы не уверены, какова воля Божия, мы можем начать молиться молитвой посвящения. «Господи, не моя воля, да будет, но Твоя». Продолжайте молиться об этом. «Господи, да будет воля Твоя. Пусть она будет в моей семье». Когда мы молимся так, то отключаем плоть и настраиваемся на Дух. Тогда Слово Божие или Дух Святой могут показать нам Божью волю, и мы сможем молиться со властью. Лишь когда мы знаем волю Божию, мы можем молиться со властью и говорить «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя». Если мы не получили этого, то должны молиться молитвой посвящения. «Господи, да будет воля Твоя». Не нужно молиться молитвой «если». И как только Он откроет свою волю вам, вы должны сказать «Да будет мне по воле Твоей». И тогда мы можем молиться со властью. Когда мы знаем волю Божию в исцелении для своей жизни и своей семьи, мы можем принять позицию власти и сказать «Пусть придет Царство, исцеление в тело, в мою жизнь, как на небе, так и на земле». Мы используем всякую власть, чтобы нести Царство Божие на землю. И мы можем делать это и для других людей. Мы настраиваемся на небо, а затем приносим реалии небес на землю. И делаем это через молитву. Это то, что Бог желает от нас. В послании Иакова также говорится об этих двух этапах. Давай посмотрим на Иакова 4 главу. Там сказано... Там сказано, но тем больше дает благодать. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если мы решим в какой-то ситуации, пусть будет воля моя, мы начнем двигаться в гордыне. Мы пытаемся воплотить свою волю. Бог противится этому. Это плотские молитвы. Даже не надо объяснять это. И поэтому Он говорит нам, что же нам нужно делать. Он также сказал, «Итак, покоритесь Богу». Это первое. А затем противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Но сначала нужно покориться Богу. Это главное правило. Все верно. Мы приходим к Богу в хвале и поклонении. Мы ищем Его воли, Его царство в этой ситуации. А затем, когда мы смирили себя, мы готовы явить Его царство и противостать дьяволу. Это и есть власть. Вы принимаете эту власть. А как противостать дьяволу? Как это делал Иисус? Написано. Да, написано. Когда мы говорим о том, чтобы противостать дьяволу, мы не говорим о том, что вам придется лично встретиться с ним.
Но мы живем в мире, который покрыла тьма из-за греха человека и деятельности бесов. Все это говорит нам о том, что в этих ситуациях задействована тьма. Мы должны взять власть над этим, противостать этому. Мы должны принести Царство Божие в эти ситуации. Но мы можем сделать это лишь тогда, когда мы покорились Богу и высвободили Его Царство. Своими словами, мы противостоим дьяволу. Мы молимся: «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя». Мы высвобождаем силу Духа Святого и связываем тьму. Мы можем двигаться в этой власти, и так мы покоряемся Богу. Мы не можем быть пассивными. Когда мы не делаем ничего, мы даем разрешение тьме, которая уже там. Мы должны быть каналом, несущим силу Божию. Используйте духовную власть в молитвах. Мы продолжим говорить об этом в следующий раз. А сейчас мы с Хиллари хотим за вас помолиться. Мы верим, что Бог желает благословить, исцелить вас, дать вам мир, чтобы Царство Божие текло через вашу жизнь. Мы говорим: пусть Царство Божие придет в вашу жизнь, пусть воля Божия исполняется в вашей жизни. Пусть исцеление придет в вашу жизнь Духом Святым. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Боже. Я верю, что сейчас Дух Святой течет, неся Царство Божие во имя нашего Господа Иисуса Христа. И все те, кто согласен с этим, скажите, пожалуйста, аминь. Аминь.